Короче говоря, следующий поезд. Дизельный поезд ДР-1А-282, который до сих пор в Барановичах эксплуатируется. Ну, по сути, это только один вагон от него есть. Не, сцепка невозможна. Вот. На том зажглась, на ВЛДхе 42-м, а на этом нифига. Ну, зато посидеть нам как бы на месте машиниста невозможно, только если заглянуть туда, вон. Заглянуть можно, да. А посидеть нет. Но можно в салоне зато посидеть. То есть можно кататься. Ну, сейчас можно быстро пробежать. Не знаю тут. Вот, к сожалению, к машинисту сложно попасть. Контроллер хорошо виден. Управление самое простейшее, но вот ставить его не так-то просто. Он всегда с перекосом ставится. Четырехосные. Две тележки по двухосных. Четыре оси. Конечно, вот еще прикол есть такой, что у него двери клавишами Т и Ж открываются. Правда, в сторону. Только можно открыть. Вот, открываются, закрываются двери. Управление самое простое, как на обычной машине. То есть взад, вперед, да и все. Ну, по стрелкам не поедет. Вот на Мазейковиче, где стрелки есть, я попытался было на нем поехать. И он, конечно, слетел сразу же с рельс. То есть только вот на крыше можно побывать. Вот крыша так выглядит. То есть только по прямым отрезкам. Ну, вроде как вполне устойчив. Самое интересное, вот можно ехать как пассажир. Это гудок его такой. Фары нерабочие, что там. Так. Это вот дизель виден. Его часть поезда пришлось под дизельный отсек. Кстати, вот тут как и на ската ездил внизу, видно. Ну да. Ну вот сам салон, сдвоенки стоят по краям, лавочки деревянные. Вот так вот можно сесть и ехать, наблюдая в окошке. Вот так тоже можно. То есть можно ехать вот как пассажир. Ну, сам он в движении, правда, находиться не может. Вот есть поезда, которые их можно запустить, они так и гоняют. На этой, к сожалению, такой не пройдет трюк. Она сразу останавливается, как трамвай, короче. Вот так вот можно ездить. Крючочки, полки для одежды. Старые вот классные рамы, которые сейчас ублюдки, уже неоткидные ублюдки сделали. Наверное, не вылазил никто. Серут, что кто-то вылезет в окошко. Там надо сидеть прессованным. Короче, по мнению этих ублюдков. Так, короче, закрываемся. И что, поедем, наверное? Расставил машинки, деревья.
поехали. Несколько раз, конечно, прокатимся обязательно. Особо так быстро гнать, наверное, не стоит, потому что вибрации начинаются жесткие. Конечно, трясет все равно, бомбит, как говорится. Только так. А, кстати, такой же дизельный поезд в АВ-2 был на Володжике там. Это уже стартовое место. Электричка, моя верная сестричка. Быстро едет, это тебе не дрезина. Деревья, конечно, украшают здорово место. Местность пустынную. Вот, едем по дуге. Маршрут пройден, по сути. То есть рельс не сходит на самом максимальной скорости. Иногда прыгает, правда, зараза. Это вот от нее искры какие долбают. Тут на переезде очень жестко долбануло ее. Ну нормально в целом, не сошел с рельс. Так, для лучшего осмотра, так сказать, можно в близком ее увеличении посмотреть. Круглую, зараза, не сделали. Могли бы сделать и круглую электричку, и СР-3. Ну, бесплатно никто ничего делать не будет. Единственное, что тут большое, оно не очень нормально себя ведет. Ну, один-то вагон можно сделать все равно. Самым это лучшим и ТЭМ, вот эти, и два ВЛД пока являются. О, как здорово долбает. Она прямо скочит туда-сюда. Главное, чтобы поезд до сих пор работает. Вагон похож на обычную электричку, но под дизель пришлось освободить пространство. А где вот пассажиры сидят, в принципе, все то же самое. Такие же двери на бок автоматические. Лавки, все точно такое же. Ей-богу, на нем ехать страшно по такой... Потому что долбает только так.
О, все, уже туннель. Сейчас долбанет еще на переезде. Пока, тем не менее, успешно. Ничего не свалились. Все нормально. Не, туда там вот немножко долбануло. Так что... Проехали. Ну, теперь можно сзади посмотреть, как это все выглядит. И поедем теперь в вагоне уже кататься на руках. Так что поезд строго по расписанию идет. Разбитая кровать трясется. Типа как углярки туда-сюда ходят. Конечно, не мудрено, что он... Я-то думал, на Мазейковича поставил. Там платформа же хорошая сделана. Сейчас посижу, поеду, думал, как в настоящей электричке. Да, фиг там. Он взял, сразу же из рельс съехал. Ну а здесь вот гоним, причем неплохо. Гоним как в трейнсе, как говорится. Но порой становится страшно. Жутко-жутко долбает его. Нравятся ему эти, наверное, косы. Да там могут и стыки быть кое-где. Далеко не факт, что путь идеален. Ну и переезд. Но с рельс не сходит, это уже хорошо. Долбается, скрипит, как говорится, но... Тормозной путь, вот тоже большой какой у него. Протащило-то как далеко. На Мазейковиче там тоже, когда далеко уедешь, там никаких ни деревьев, нифига нет. Здесь-то у меня теперь-то есть возможность ставить, хоть для красоты, где-то что-то поставить. Так, ну что, поедем теперь. Это вон двери открылись. Закрываем. Поезд проследует по опытному железнодорожному кольцу без остановок. Ну и чё, просто садишься и всё. Это искры, разумеется, от рельс летят. Колёса дубасят по рельсам. Чё, поехали кататься? Смотреть лучше по против хода движения, дальше видно. На всю, конечно, прополую гоним. С
сысками ничего не сделать. Лампочки никакие тут не загораются. Как в трамвае не зажгешь. Это, наверное, овраг сейчас проезжаем. Да, все, проехали овраг. Самое... Вон, рощица. Самое интересное, конечно, за пассажиром покататься. Сейчас переезд будет. Вот там шумят машины. Во-во. Крас с москвичом. Ну и большой сейчас участок до туннеля. Вот будут рощицы. Первую рощицу проехали. Конечно, издевательство над этим вагоном офигенное. Вторая рощица. Рощицы эти практически трафик не нагружают. Насколько красивее, вот я до сих пор вижу эти деревья. Без рощиц было бы очень плохо. Третья рощица. Вон тени начали красиво ложиться на лавках. Вот, рощица до сих пор видно. О, все, туннель. Все, туннель уже проскочили. О, все, лес. С 21.40. И все, БЛДХ. Ну все, кольцо проехали, с рельс не сошли. То есть можно гонять, по сути. Для аварии это ничего использовать нельзя. Для аварии, по сути, только можно использовать вот ВЛД-42, он там тоже. Но он долго может гонять. Не очень быстро. А вот ВЛД-32, кажется. И темы, ТЭМ-2У, они очень, ТЭМ-2 и ТЭМ-2У очень быстро ездят постоянно. Там, конечно, можно любые аварии моделировать, просто как движение. Просто забавно, как он гоняет, а так ты можешь как бы сам кататься на машине, а этот будет гонять, как будто железная дорога. А китайские все дерьмом сходят с рельс. Вот переезд. В этих вагонах от деревянных лавок всегда аромат был особый. Но тут уже рамы металлические, а раньше ведь и рамы все деревянные тоже были. Да и двери деревянные. И полки деревянные, такие небольшие. Так что все было деревянное. В рамах же стекло-то вставляли, на зиму вставляли. Летом как бы там такая дырочка была, вниз вода стекала, что натекала. А на зиму вставляли второе стекло. Уже форточку было не открыть, чтобы хулиганы не открывали. То есть удобно, как бы против хулиганов. А сейчас-то могут дегенераты открывать. Стебаться. В общем, мы раскатались на огромной скорости. С рельс не сходит. Это вот эта тестовая карта. Train Test Map. На Мазейковиче понятно, что такой бы трюк не прошел, то он бы сразу слетел с рельс. А другие кольца, их там немного. Черт его знает, там надо испытывать. Далеко не факт, что там так можно гнать. По сути, на данный момент это единственная карта, наверное, BMG, где можно по кольцу долбаться. По лавкам, конечно, никуда не сядешь. Вот тут только дали эту лавку, и все. Сменить невозможно.
забавно шум машин слышал. Сидящими исками, что ж ты поделаешь? Приходится мириться, никуда не поделаешь. Ничего не поделаешь. В туннеле как пулка звук будет. Теоретически тут, наверное, и прокладка линии метро, да, возможно. Если засыпать просто землей. Не знаю, как там камера. Ну, если из пассажира ехать или из водителя, так, наверное, нормально. Машинистом. То есть, теоретически, можно было линию метро бы, наверное, проложить. Можно было вот такие полукруглые поставить штуковины и завалить землей аккуратно. Только чтобы сам туннель не заваливал. Ну и что самое главное, на максимальной скорости поездка проходит. Полноценная запись поездки за пассажира вот в этом поезде DR1-282. DR1-282. Ну, по сути, один вагон. Но все равно сымитировано же. Что-то биться перестал, бился. Как напоминает. Расхоженную кровать. Хорошее, когда он несется по этим стыкам. Ну, можно в моторном отсеке прокатиться. Тут, правда, видно плохо. Немножко можно проехать.
жалко, нельзя прямо в окно сесть. Посмотреть. Вот так, если только. С той стороны не особо интересно. Вид, как будто пассажир едет. Был. Не через весь вагон, а как бы прямо в окошко. Как будто ты сидишь, смотришь. Ну, конечно, в реальности он бы сошел с рельс. Боюсь. Уж слишком быстро несется. При очень большом ходе все-таки с рельс сходит. Поэтому особо-то гнать не стоит. Ну, рано или поздно следит. Главное, ожесточенно, как говорится, не гнать. Будет нормально. Фиг его знает, можно ли. Нет, тут, к сожалению, никак внутрь салона не запрыгнешь. Ну-ка, если подожди. Открыть двери. Это как бы я. Долго листать, потому что деревьев много.
Так, ну и чё? Поедет он? Чё-то как-то непонятно, проваливается. Ну вот как, зараза, вылетает. Как бы тут застрять? Понятно. Короче, вот в салон как-то можно войти. Ну что толку-то? Это бы надо сесть на место. Как будто я как пассажир ехал. Наверное, не получится ничего. Проваливается что-то, зараза, сквозь текстуру. Это под лавками вон, как видно. Хоть поглядеть можем. Так, а кстати, ну тогда хрен с ним. Пойти к машинисту, что ли, посмотреть. Еще хрен залезешь. Что-то не хочет вылезать. Можно хоть пройтиться, осмотреть его. Как он снизу выглядит. Место машиниста вот здесь. Не хочет там застрять, чтобы это вот дизель стоит этот V-образный. Выпадает, короче. Ну вот, вот место машиниста, однако, ну никак там не задержаться, короче. Пролетает сквозь текстуру. В общем, короче, ерунда какая-то. Брест написано. То есть где-то там ходит Баранович и Брест. Типа вот такая история. Еще разок тупо съездим, да, наверное, хватит. Любопытно, можно кататься, короче, в салоне. За машиниста, к сожалению, невозможно.
кстати, это тоже с приезда вполне реально. Так что на кривых он тоже, да, в общем, неустойчив. То есть, конечно, долбать на полном ходу. На такой вот скорости это вполне нормально. Под углом все-таки вагон едет. Вот сейчас его искривило в другую сторону, так горизонт стал лучше намного смотреться. Рассматривать удаленные объекты, а то на кривом-то вагоне ни хрена не видно. Долбает, конечно, здорово. Солнце ложит тени. Убаюкивает, в принципе, под такт, стук в такт, как бы, эти пейзажи такие лесные, меняющие, можно как бы уснуть. Довольно убаюкивает. Цеплять много вагонов, это не трейдс тут, не самая хорошая идея. Слетать все будет только с рельс. Ну, бочки-то вот, например, можно прицеплять. Автовоз это можно. И думкар тоже. Да, и можно в думкаре вообще можно кататься, как бы, как трейнхоп, типа.
туда можно прыгнуть, и можно действительно ехать. Так что вот, вот это надо будет посмотреть. Похоже, искривило вагончик. Поэтому горизонтик-то уж не особо виден. Там здорово качается туда-сюда. Вот под каким углом болтается. Там часть этих катков даже от рельса-то отходит. Жуткие вещи, короче, с ним происходят. Скоро сойдется рельс при таком. Надо убавлять скорость, тогда немного восстанавливается. А так вот довольно интересный вагончик. Дэму только что, я смотрю, мало чего можно прицепить. Не особо что-то они хотят к нему цепляться. К ВЛДхам-то проще. Вот автовоз и Думкар вот к этой ВЛДхе 42-й сразу прицепился. А пассажирский, китайский, что-то очень плохо, только с накатом можно цепануть. Такая история. Дизельный поезд ДР-1А-282, эксплуатируемый в Барановичах. В данном случае вот хорошо видно, что он в Брест едет. Так что такая вещь. На очереди, как говорится, в ВЛД-42, 32. И ТМ-2, и ТМ-2. Вот эти вот обязательно надо на них будет посмотреть. Паровозов тут, к сожалению, нет. Там тоже можно внутри кататься за машинистом, поэтому интересно. В ТМ-то вообще хороший обзор. В ЛДХ похуже, но тоже можно использовать для разных вещей. Для моделирования аварий не, вот этот дизельный не подходит. Это надо вот эти три использовать. Других. Ну, а китайские так посмотреть, скоростные еще есть, но они все неустойчивые. Евростар вот получше скоростной, а китайские неустойчивые. Так, посмотреть просто ради интереса. Так что такая история. Карта Train Test Map. Тестовая железнодорожная карта.